сморило немножко. Не знаю, может из-за воздуха этого города, у меня глаза прям закрываются. Ну ладно, ничего. Сейчас выползем немножко, взбодримся. Мы повернули уже на Салтинские водопады, ехать 11 минут. Я тормознул для того, чтобы еще один вид вам показать. Тут разлом очень красивущий. Да, тут, конечно, интересная дорога к водопаду. Катюш, может, я тебе помогу как-то? Давай. Вверх, аккуратно, аккуратно. А долго там идти примерно? Да не, недолго. Спасибо. Голуби. Мне нравится. Нравится? Немножко экстремально, да? Тихо, аккуратней, я боюсь за тебя. Сама горе даже прикольнее, чем сам водопад, да? И свет тут такой прикольный, аккуратней, аккуратней. Тут скользко, потому что люди по воде ходят там чуть дальше. А тут уже вот эту хватает штукенцию. И все, никакой очереди. А мы сюда приперлись. Народ был. То здесь. Я тебя сейчас спущу. А место вообще очень красивое. Мы видели водопад, он очень слабенький. Может быть, напор зависит от времени года. Сейчас мы проедем вот туда вперед. Чуть камера не упала. Так, где фокус? Вот фокус. Ты здесь сказал, то, и там напор гораздо сильнее. Там весь прикол в самой пещере. Туда заходишь и просто как. Вот, даже вот здесь сильнее. Ой, что-то я бьюсь камерой. Мы едем по какой-то неизвестной дороге. Курочка ряба. Давай, главное не сдавить. Ой, смотри, как там красиво. Неужели я там проеду, а? Вот скажи мне. Не знаю, но лучше руль держи двумя руками. Но, давай на камеру. Какая красивая дорога, смотри. Ой, практически в скале. Так, газелька, жди. Мне нравится. Люблю новые дороги. Мы сейчас поедем в Махачкалу. Ой, она сейчас упадет на нас. Да, главное, чтобы она не перевернулась. Ну нафиг. Мы едем необычно. Под горой. Офигенно. Да, тут у людей под горой, смотри, загон, да, для коров. Прикольно. Я ее не знаю. Да, как я и говорил, мы немножко хаотично сейчас снимаем. Едем в сторону Махачкалы. Там у нас будет опять заведение Жак. Там правда очень вкусно. Я прям рекомендую. Угу. И мне надо сейчас будет телефонец поставить. Потому что я здесь понятия не имею, как ехать. Ну, я всегда говорю, вижу новую дорогу, все, едем. Так. Сколько нам до Махачкалы? Ну что, 2 часа 36 минут. Так что ждать нам долго. А по другой дороге? Быстрее? То же самое. То же самое? Да, ну просто мы там были, ага, и все видели. Сейчас снова это Ирганайское там, вот это все. Угу. Так, давай-ка я его пропущу. Покажи там вверх немного. Я надеюсь, ему не на эту тропинку. А, он меня пускает. Спасибо, братан. Сейчас мы тут залетим. Хоп.
Спасибо. Так, что бы еще рассказать? Мушки. Да, надо показывать. Это просто сельская жизнь. 133 километра. Я думаю, мы... А, вот смотри, чешется. Бубен зачесался. Я официально могу заявить то, что сегодня я увидела самую красивую дорогу вообще из всех, что я видела. Вот где Арганайская, как она? Ирганайская. Ирганайская, водохранилище и дальше. Просто. И вот эта деревушка Чох. Аул Чох. Аул Чох. Очень красиво выглядит. Прям круто. Тут я не вижу людей в этой деревне, в основном коровки. Да. Смотри. Они прям позируют, как будто их надо сфотографировать. Некоторые уставшие. Пузы чешут. Картина маслом ежов с коровками. Думаю, надо поесть немножко манго. Офигенный вкус. Просто нереально. Вот в Чечне вот это караван баши. Там безумные орехи. Вот все, да, они все свеженькие, все, ни одного горького нету, все вкусные прям. Ширина, как не возьмешь, знаешь, пол пачки можно выбрасывать. Угу. Ну, вообще, каждый как на подбор. Ну что за красота, а? Просто прелесть. У нас такой лайфлог получается. Конечно, Катя сейчас будет злиться через 2 минуты на меня, когда у меня рот набьется манго. Не записывай, когда у тебя полный рот. А некоторые не любят кота. Ну, ты просто посмотри. Дело не в том, что ты чавкаешь. Да, это, конечно, раздражает, но с этим как бы я смирилась. А то, что дорога, видишь, какая? Мы трясемся, и подавиться можно. Если еще и разговаривать будешь. Угу. Замолкал. Нет. Ну ладно, давай, что, наслаждаться. Ой, здесь красиво. Здесь, кстати, деревья, я сейчас расскажу. Я таких никогда не видела. У них идеально черные стволы, такие темные-темные. И идеально салатовая зелень. Прям вот листья такие салатовые. Обычно зелень, она вся, ну, темная, да? Вот как вот эта трава, она вся темная. А здесь деревья, они прям светлые. Мы двигаемся по новой вот этой дороге, у которой нет названия. Поднимаемся все выше. Я даже не знал, что здесь такой рельеф. То есть мы сейчас вот там внизу ехали. Здесь тоже очень и очень красиво. Вот эта гора как стена. Вон чувак тоже едет. А где-то там мы сейчас как раз и были. Но мне понравилось. Классная она, хоть и раздолбанная, конечно. Тут асфальта нигде нет. Ну и периодически камни встречаются, надо объезжать. Я надеюсь, вы видите. Вон там, видите, животные, они покрашены. Сразу с 2 камер снимаю, увидели осликов. Ну чё, пацанчики, как вам живется здесь? Норм? Видите, еще Катин телефон держу. Катя сейчас подсмотрела, оказывается, дорога находится высоко, 1500 метров. Я думаю, чё-то так холодно, 8 градусов всего. Ну обалденно, я очень рад. Когда новое что-то видишь, прям ну, здорово. Может, лет через 5 и здесь асфальт появится. Интересно, как готовили? Да. Понравилось? Да. Взяли одну лепёху. Но я взял ее, чтобы не целиком съесть.
Ну, как-то так. А просто поднадкусали, чтобы ты поняла, что такое тандырный хлеб. Это прям очень вкусно. Андрей, я его переведи обожаю. Меня через дорогу, пожалуйста. А? Мне стрёмно. Переведи меня через дорогу. Да, давай, иди сюда. Пойдем быстрее. Да, тут пока нет, никого. Сейчас будем пробовать. Я буду пробовать. Скажи, вкусно? Очень вкусно. У нас сегодня был мега насыщенный день. Я вообще без сил. Не буду сегодня впервые за это путешествие монтировать. И, наверное, сейчас мы поедем. Не хотя, что, наверное. Мы поедем сейчас в отель спать. Видите, какие мы уставшие. Видов сегодня было просто навалом. Съели по стейку. И будем спать. Молодцы, конечно, учитывая, что мясо будет перевариваться 5-6 часов без толочи. Ну, очень хотелось. Сегодня был день голодный с точки зрения еды, но зато... Мало очень ели, перекусывали так иногда. Да, фигней всякой. Вот, зато у нас было в плане видов. Поэтому башка раскалывается. Ешьте сколько угодно. Да, голова болит и у Кати, и у меня. Поэтому я и не хочу скорее сейчас за ком садиться. Перепады давления из-за дороги. Там еще дорога была такая, мы сейчас ехали просто вот так вот. Разболтались, в общем, наши ниточки в голове. Вот. И у теперь меня болят. Одна, у Андрея 2,5, наверное. 2,5 это как? Тогда уж 3, либо 2. Нет, ниточка, половина. Она же должна быть. Ну, а, одна оторванная. Оторванная, да, я понял, да. Было 3 когда-то. Все, друзья, ставьте лайки, дизлайки, комментарии, фигарии. Хорошие, плохие. Все оставляйте. Ну и мы поехали спать.